Добрый день. Меня слышно? Меня зовут Алексей Кривенков. Я работал в DataArt, когда DataArt еще не было. Работал в Mail.ru, когда она появилась. 8 октября на конференции я расскажу одну очень старую, но запоминающуюся историю. В последнюю неделю 2011 года нам предложили организовать трансляцию голосования на выборах президента по всей России. Я расскажу, где мы нашли 200 тысяч камер, 700 серверов, 100 тысяч ноутбуков в новогоднюю ночь. Сколько стоило доставить веб-камеры в самый отдаленный район страны? Какие бывают адреса в Ямало-Ненецком автономном округе? Где искать самых придирчивых тестировщиков? Как раздавать 400 тысяч видеопотоков по узкому спутниковому каналу? HLS-стримеры с мигалками, министры с замминистрами и CDN за месяц. А также, как выглядели чеки за пиццу и из аптек. Об этом и вообще о хардкоре вы узнаете из моего доклада на конференции IT-хардкор. Приходите.